Это эксперимент тюрьма. Половина из вас получает роль надзирателей. Человек сидит в камере, и ты управляешь им. То есть, ну, это как-то неправильно. Вторая половина – роль заключенных. Коннект сразу произошел сам по себе. Как бы, ну, не нужно было нам что-то там друг другу пощупать. Вы все говно! Кто меньше всего напишет, тот пойдет к камере. Ну, давайте вместе делаем. Они могут забунтовать. Тот, кто отклоняется от системы, тот против системы. Предлагаю прямо сейчас его в карцер на 4 часа. Он сутки не поспит, он будет быть. Что-то замышляют, что-то они думают о побеге. Надо человеком оставаться. Это тюрьма, чувак, тут жестко. Представь себя в тюремной камере в окружении незнакомцев. Представь, что тебя лишили не только свободы, но и имени, личности, выбора. Есть только распорядок дня и приказы. Сможешь не сломаться? Кто ты, когда в тебе больше не видят человека? А если ты по другую сторону решетки с дубинкой в руках? Что с тобой сделают власть и безнаказанность? Сможешь остаться человеком? Пошел второй день эксперимента. Я тату-мастер. Я работаю в торговле, супервайзер. Вообще я занимаюсь ремонтами и реставрацией окон. Сейчас логистикой занимаюсь, на ютубчик снимаю там. Я занимаюсь массажем. И на данный момент сейчас работаю на заводе. Занимаюсь мотоциклами, квадроциклами, курьером подрабатываю. 12 лет проработал в общепитии. Работаю монтажником. Сцены, шатры, лайры, декорации. И убеждения. Если что, я могу спокойно поменять свое убеждение. То есть что-то, что было для меня правильным, становится неправильным. Я очень верующий человек, и для меня как бы суицид, татуировки – это грех. Я не думал, что это так жестко. Не думал, что это так жестко. Жестко? Почему? Не знаю, мне как-то очень тяжело от того, что происходит, типа. Да еще ничего не происходит. Ну, даже то, что уже вот творится, вот какая-то у нас есть эта власть, и мы ее применяем, и нужно что-то, кто-то хочет ужесточать, и вот это все, меня это, блядь, пиздец. Мне просто одиноко тут, во. Одиноко тут. Давай бунт устроим. Бунт давай устроим. У меня идея, короче. Выпускаем зэков и сами закрываемся в карцере. На тебя бессонница плохо влияет, походу. В чем прикол Крика? Ты этим что-то изменишь? Ну, я не думал, что тут будет настолько некомфортно. Хватит, это еще, блядь, комфортно, поверь мне, блядь. Могло бы быть все намного хуже. Ну, мне больше морально некомфортно. Почему? Ну, потому что, ну, тяжело. Должно было быть им некомфортно, блядь. А получается так, что уже, блядь, у типа надзирателей, блядь, одному становится некомфортно. Сейчас, сука, дам им джазу, нахуй. Мы сегодня полностью наблюдаем, как они себя ведут. Ночью храпел, бля, как питон ебаный, блядь. Мы идем потом в туалет, когда мыть посуду. Кто, 73-й? Угу. И мы всю посуду, нахуй, моем нормально, но в конце нахуй ёршиком, поняли? Всю, блядь, всю. Просто если, ну, если серьезно, если сегодня будет такая же хуйня, такой же день, как и вчера. А тут не будет нарушения, ты понимаешь? Если к тебе будут относиться как к гниде, то и ты относись к ним как к гниде, понимаешь? Я скорее всего, просто вечером уеду домой, нахуй. Потому что мне вот это нахуй не интересно. Целый день, сука, заниматься, блядь, знаешь, болтаться как хуй в проруби. План побега это уже подразумевает уже финиш. Все. Ну да. Только, блин, посерьезней. Относись к этому, хорошо? В плане. Ты просто сидишь там, блядь, как знаешь, как будто тебя там и нет. Нахуй. Но мне что делать? Муравью хуй приделать, блядь. Иди спи тогда. Ты чё на меня гонишь? Короче, там у каждого по замечанию, если чё кто-то будет пиздеть, зовёшь нас, выводим в карцер, пристёгиваем. Да, с ним не говорить вообще, блин. Самое сложное – это найти общий язык с коллективом. Самое сложное. И от обеда отказывайтесь. Хули нет этого так? Я думал, мне просто шаг назад. Но нет, я просто только думаю, блядь, я не хочу, чтобы пацаны сейчас страдали. Но если я хочу провернуть. Нет, так ты видишь. Я просто взломаю и все. Так и у тебя будет нарушение устава, нахуй. Да, как, у тебя будет нарушение устава. Просто заводим его в карцер, пристегиваем. Ну, снаружи кто-то его пристегивает, блядь, один глаза ему завязал внутри, ебать, все, нахуй, стахит, ебать. Есть то, где они могут перегнуть палку, и поэтому перегнуть палку с нашей стороны, это тоже нормальная тема. Он мне вот так взял? Либо ты помоешь, либо я тебя головой в очки затолкаю. Так.
Габар, это что? Брат, это искусство. Ты только посмотри. Тинькофф Блэк – это до 15% кэшбэка рублями, которые приходят раз в месяц за 4 выбранные категории трат. Наличку можно даже снимать в банкоматах других банков. А еще ультраудобное приложение, в котором с легкостью можно оплачивать сотовую связь, интернет, коммуналку и даже штрафы. Без комиссии. Если что, карта доступна в 4 разных дизайнах от современных стрит-арт-художников и дает еще больше кэшбэка. Вводишь промокод MARKET30 при оформлении карты и получаешь дополнительный кэшбэк 30% за покупки в Яндекс.Лавке, Перекрестке и других супермаркетах. Я оформлять карту и получать кэшбэк. А за покупки по спецпредложениям партнеров кэшбэк вообще до 30%. Респект! Клиентами Тинькофф Банка стали уже 30 миллионов человек. Поэтому переходи по ссылке в описании, оформляй карту Тинькофф Блэк в лимитированном дизайне и пользуйся всеми ее преимуществами. Так, заключенным всем встать лицом к стене. Пришло время общественных работ. У нас были какие-то разногласия, но мы старались прийти к общему мнению. Мы его старались найти. И мне, в принципе, я легко это перенес, потому что я как бы служил в армии по контракту, и там вот немного похожие темы, типа надзиратель и также, грубо говоря, контрактник, который там солдатами руководит. Все помнят, как делать? Так точно. Кто-то хочет отказаться от общественных работ? Никак нет. 15. Я. Работаем в тишине. Услышим слово, будет одно замечание. Все понятно? Вот, ребят. Послание надзирателям. Хуй сломаешь. Так что пусть сами пишут. Я иду тогда на дежурство. Иду постою. 28-й, почему не работаем? Работаю. Я не вижу. Я в своем темпе, в произвольном. 64-й точно так же. Я готовлюсь морально. Хорошо. Короче, 28-й и 64-й, они тупо сидят и нихуя не делают. Я говорю, какого хуя? Он говорит, мы готовимся морально. Все, давай, мы будем в карте. 64-й, готовиться морально будешь? Писанине. Заключенный, вы работать будете? Так я так работаю. 28-й, выйти с камеры. Тетрадку и карандаш. Лицо. Руки назад. Приступайте к работе. После проекта не обижайтесь, что с вами было, если да, будете наглеть. Да, да, да. Слушайте внимательно, особенно номер 28. Во время приема пищи и после отбоя разговаривать запрещено. Номер 28. Заключенные принимают участие во всех проводимых мероприятиях. Понимаешь? Правило номер 5. Теперь внимание для всех. Это вот новинка. Нельзя прикасаться и обращаться к надзирателям. То есть вы к нам не можете обращаться вообще. Вот этот надзиратель, можно вопрос? Все, забудьте, нет уже этого. Постели должны быть заправлены всегда. Вы понимаете, что это значит? Это если залезть за лупу, вы будете стоять весь день. Можно уточняющий вопрос? Нельзя, конечно. Правило номер 7. Заключенный выполняет все требования надзирателей. Это к номеру 28. Относится опять же. Невыполнение одного из перечисленных правил несет за собой наказание. Что сейчас делает 28 номер? Теперь вопросы есть? Утром после подъема была команда не разговаривать. По какому пункту устава вы запрещаете разговаривать, если это у вас не прописано никак? Нельзя разговаривать во время обеда, во время приема пищи и во время сна. После команды подъем мы имеем право разговаривать. Правильно? Правильно. Правило номер 7. Заключенный выполняет все требования надзирателей. В уставе нет такого, что вы захотели сказать, что мы не будем разговаривать, и мы не будем разговаривать. В уставе этого нет. Это сейчас называется доебаться. Нет, так это, хорошо, это не доебаться. Хорошо, это сейчас называется доебаться. А почему вы не выполняете требования, которые прописаны
в уставе. Смотрите, за то, что я не выполняю требования, я сижу здесь. Это мой выбор. Если так взять по общему счету, то вчера день вообще был просто на расслабоне, просто из-за того, что мы не знали устав точно. То есть сегодня мы, не разговаривай сейчас, то есть мы не знали точный устав. Вот сейчас прочитали, оказывается, больше половины того, что вы делали, делать нельзя было. Что я не люблю, когда я имею власть над человеком, то есть особенно такую власть, которую я бы даже не назвал это властью, когда человек в камере, он тебе ничего не может сделать, а ты такой типа крутой дядька. Я ему сразу такой: так, нарушаешь, но нельзя, как бы вроде он мне должен говорить, а я ему говорю, как бы. И на этом иногда у него он ловил ступор, то, что как бы меня не за что наказывать, то, что я ему это замечание как бы сделал, и как бы я все сказал по факту. И вам это никто не говорит, а то, что я утром сказал не разговаривать, вы мне сейчас об этом говорите. Так что мы с вами еще были добры. Но теперь будет, как вы говорите, по уставу. Вот и соблюдайте устав так же, как и мы. Закрой рот сейчас! Ты не можешь говорить мне сейчас. Я с тобой сейчас не веду диалог, я тебе объясняю, рассказываю. А то что, в карцер посадишь? Нет, а то сейчас повязку надену, и ты останешься без обеда. Своим сотрудникам рассказал, что если будут надзиратели, короче, наглеть, то мы им, короче, посуду ватусом помоем. И сейчас, когда меня заключили, я специально спровоцировал, меня заключили, по сути, по делу, да? Я не выполнил задание, но я все вывернул так, что как будто там меня предупредили. И прочему завернули, сказал им, что, ребята, готовьтесь, видео вы охуеете. Но я все-таки не животное, я человек, поэтому я хочу вести себя так, как ведет себя человек. Блядь, если там Рома, это не значит, что можно делать все, что хочешь. Тишина в камере. Ты что, не слышишь, что они разговаривают? Я, блядь, слышу на кухне. Теперь ты понял, почему я тебе сказал? Серьезнее отнесись, блядь. Они разговаривают о нормальной теме, о том... Они не должны разговаривать во время общественных работ. Ты, блядь, вообще адекватный? Они разговаривают по нормальной теме. Блядь, спрашивают, как лучше делать эту работу общественную. Чё не так-то? Кого спрашивают? Друг друга, чтобы лучше делать эту общественную работу. Блядь, Ром, иди готовь, нахуй, я вместо тебя постою. Иди, спи, делай, что хочешь, нахуй, здесь не сиди. Чё ты командуешь? Потому что ты хуя пинаешь, а не работаешь. Я сижу, блядь, вот смотрю. Слушай, и нихуя не делаю. А что мне сейчас надо делать, скажи? Блять, там с тебя смеются уже, ты понимаешь, нахуй? Потому что ты тормоз, блять, походу, я хуй его знает. Мне ругать их сейчас надо за то, что они спрашивают, как лучше им выполнять эту работу ебучую. Да, молчать надо. Пишите, как вы провели день, как вы любите надзирателей, особенно Романа. Завтра тоже будем писать. Мы пол тетрадки списали. Да, мы половину уже сделали. В эксперименте побег был? Был. Попытка была. Надо сделать тоже попытку. Можно попробовать сбросить. У меня этот кандала слазит с ноги. Ее можем скинуть на пол. Типа притвориться спящим. Вдруг он зайдет, типа можешь поднять. Нет, все не то. Тут пока с этим замком не разберешься. А то, во-первых, нет столько времени, нет столько материала. С другой стороны, идея про... Заломать? Про Рому. Да почему нет? Про Рому никто, про Малого. Его можно просто уболтать. Да, ну... Ну, вот смысл, вот это. А что нет? Короче, план побег. План побега заключается в том, выводить одного охранника, когда он один ночью дежурит, и с помощью того, что у нас численный перевес, попробовать сбежать. В принципе, мы знаем, куда уже бежать, но не знаем, открыты ли все двери. Мы можем есть не в положенное время. То есть не наелся, можешь еще все приготовить, да, поесть. Нет. Ну, блядь, ну нам сказали следовать уставу. Потом ну, вот, тогда вот мы написали, лист, все положено, все нужно есть в положенное время, нет? Надзирателя, видишь? Видишь лист тюремного надзирателя? Обязателен к выполнению, смотри. Зрители этого не увидят, что какой здесь воздух. Они этого не поймут. Они не поймут этого. Почему? Потому что воздух не в переносном смысле, а в прямом смысле. Тут очень влажно. Не было каких-то элементарных, полных гигиенических услуг. Обращение, в данном случае, охранников, надзирателей.
то есть обращение, то есть других людей как к заключенному. То есть эти моменты, естественно, выбивают из колеи и меняют мировоззрение. Ну, я просыпался из-за этого постоянно. Я не то, что спал прям хорошо, но... Он сидит, пишет, короче, говорит, ты что, не спишь? Да нет, говорит, не спит. Я говорю, а сколько ты не спишь? Да не знаю, говорит. Ну, я, короче, все, вышел, сменил его, сажусь здесь, Рома заходит, одетый уже, говорит, садится, ебать. Я, говорит, не хочу спать. Да свет мешает еще этот. И когда я, получается, отсидел уже, пошел спать, я говорю, хочешь прикол? Я говорю, там свет погасили, ебать. Он такой, да ну, нахуй, посмотрел, сука, говорит. Бля, какой он, нахуй, тупой, нахуй. В очках вообще трешить ходить, глаза так болят. Я как только мог, появлялся момент, я их снимал, серьезно. Я уже даже туда стал выходить не в заключенного, а в туалет ходил без очков, потому что тут и так темно, и так все черное, грубо говоря. И в этих очках, ну это вообще трэш. Мы бы его заебали, если бы мы были в камере, я тебе отвечаю. Я бы просто с камерой чисто сидел бы, стебал, нахуй, мне такие нравятся. Посиди, позаебывать их, блядь. Ну, сука, неужели у них нету соли и перца? Я бы, честно, придумал, как вскрыть замок и съебаться. Придумал? Не, я говорю честно, придумал бы. Психологически некомфортно. Ты, извиняюсь, без нижнего белья, в робе в этой, в туалет по просьбе, попить по просьбе. Это не как дома. Стой. Смотрись. Да. А тут ничего нету. А, стой, нихуя, красавчик. Четвертого будет уборка помещений за предупреждение. Потом отдых. Услышал? Уборка какого помещения? Камера убирается утром и вечером. Помещение убираешь, то есть здесь коридор, там коридор и в туалете. Нет. Подметаешь, моешь полы. В туалете убираться не буду. Как понять, не буду? У всех есть границы, и нельзя так, чтобы Рома там был самым плохим, а я там самым хорошим. Знаешь, в карцер? Хорошо, пойдем прямо сейчас. 64-й, тебя что, заставляет унитаз туда лезть, туда мыть его, просто помыть полы, в этом ничего такого нет. Или тебе по кайфу лучше 6 часов вот так стоять, как стоит тип, в наручниках вот так, да? Тебе так покруче? Я, блин, да без проблем. Чисто пол. Я тебе объясняю, пол, унитаз мыть не надо. То есть. Пол помою. Унитаз моет каждый сам после себя, после того, как посрал, черкаши сам смывает, чтобы потом не было такого, что я помыл за кем-то. А что ты такое на движухе, блядь? Хуёво. У меня предпаничка. Я пытаюсь от неё как-то отвлечься, и у меня слишком... Что у тебя? Слишком стрессовое состояние. Блядь, как он так? Да. У тебя вообще сейчас... А ты это без наручников тоже? А? Ты без наручников? Так ебаш. Я. Ебаш, блядь, ты чё? Ебашац нахуй. Вот это жесть! На что способны люди? И на что не способна их психика. Но что будет, если их взять и посадить за самый жесточайший стол? Это вы можете увидеть прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании и смотрите игры Габара в ВК. Там хардкор. Бля, конечно, понимаешь, вы все молодцы, а чё у вас, блядь, один заключенный убирается без присмотра вообще? Ну, я, блядь, пришел вот помочь. Бля, ты меня позвал бы, блядь. Все? Все. Руки помыл? Конечно. Отдыхайте, личное время, 1:15. Там, короче, дверь открыта. Да.
успеем. Если что, я устал. Но мы выскочить-то успеем туда. Да, и что? А серый? Ну, вот этой робью, блин, два часа дня неизвестно. Просто, ну окей, мы его затащим, допустим. Он начнет орать. Ты же, да, ты же не вмажешь ему, чтобы он... Ты как минимум должен тогда шваброй... Туалет он открыт? Нет. Шваброй перекрыть ту дверь, потому что она сюда открывается. Тогда нужно, чтобы двое бежали туда дверь, подперли, чтобы никто туда не вылез. И как минимум его закрыть. Его закрыть, да, но замок. Нет, надо, чтобы он сюда зашел. Они никогда не заходили. Зачем ему сюда заходить? Он открывает, стоит возле двери. Ты выходишь и нахуй его. Кузь нас со стороны смотрит. Я тоже ебанутым становлюсь. Я не ебанутым становлюсь, сука. Я не ебанутый, блядь. Тебе пизданул сейчас нахуй? Я сейчас пойду, не ставь туда, подъезжай, сейчас пойду туда. Он же тоже отдыхать ходит. Или чем-то заниматься. Поэтому не с ним. Во-первых, в такого лася я еще закину. Он руками вот так встанет и все. Свои наручники дрочит. Но это реально уже нервное, когда он пытается что-то занять. Можно, пожалуйста, выйти на улицу? Мне фигово становится, я хочу подышать. Наложилось все ощущения, которые я тут испытываю, они друг на друга наложились, и начинается что-то по типу панички. Но сейчас это на стадии предпанички, и не думаю, что это дальше пройдет, но стрёмно. Ты что, не слышишь, они разговаривают? А что именно тебя беспокоит? Психологическое давление со стороны заключенных или со стороны своей команды? Что вообще? Друг друга, чтобы лучше делать эту общественную работу. Больше, наверное, просто как люди себя ведут в этих ситуациях, но со стороны моей команды. То есть тебе жалко заключенных? Не то чтобы жалко заключенных, мне просто непонятно, почему люди себя так ведут. Есть ощущение, что люди в твоей команде против тебя как-то объединились? Это, нет? Чуть-чуть есть. Хочу сначала хотя бы просто подышать воздухом. Ты можешь либо закончить эксперимент и покинуть его. Это свободно. Мне стрёмно его продолжать. Давайте до полчаса. Да это много даже. Ну давай, полчаса не торопись, можешь... Да я не тороплюсь, мне не нужно время думать. Все равно, полчаса я тебе даю. Полчаса даю. На что? На то, чтобы ты подумал. Полчаса. Это не так много. Угу. Ну еблан, блядь, натуре. Все ж, блядь, отдыхают, не сидит, дрочится, блядь. Ты разбудил всех пацанов своими наручниками, нахуй. Чего? Пошли, выпустим. Кого? Пошли, короче, хули ты, блядь. На выход. К решетке лицом. Еще 45 минут отдыха. Отдыхайте. Не тарахти наручниками. Ты разбудил пацанов. Вот. Как делаем? Допустим. Как делаем? Сначала выходим. Ну, эта хуйня закрывается. Мы идем туда. Ну, кто идет в туалет, кто позвал. Вообще обстановку смотрим. Что вообще там по ситуации? Может, там, блядь, трое сидят, понимаешь? Один к нам вышел, понимаешь? То есть мы в заходим в туалет, выходим, смотрим примерно время, блядь. Чё, ну, чтобы, блядь, нам не проебаться, что подъем был не через 5 минут, понимаешь? И все, и сюда идем нахуй. А, как правило, когда выходишь из туалета, идешь сюда, он уже руки не завязывает. Уже не завязывает. Вот.
И как только он эту хуйню открывает, а вы уже все наготове, соответственно, он открывает, я поворачиваюсь, ну или кто там идет, заталкиваем сюда. Мы сейчас допидимся, что нам будет в туалет, теперь тут я связываю. Надо пойти и сказать ему, блядь, ну его нахуй. Что сказать? Да сказать, что забрать нахуй, бал я, блядь, рисковать это. Ключи просто забери, да и все. Рома, смотри, не открывай, короче, там никому, понял? Короче, я возьму лучше ключи для безопасности. Понимаешь, если мы нарушим правила не трогать, я не вывожу это. Ты заканчиваешь проект? Да. А чё? Ну, мне очень тяжело это как бы воспринимать. А, чувак, терпи. Мне тоже тяжело, пиздец. Я понимаю, как вам тяжело. Мне тяжело, потому что вам тяжело. Нет. И потому что я понимаем. Не могу работать с людьми, которые со мной в команде. У нас очень разные взгляды на все. Ну, мы это же поняли. Это последнее твое решение? Да. Вот сейчас то, что ты типа решаешь и уходишь? Да, я ухожу. Я просто один, типа, и ну, все. Вот я и говорю, ты да. Как бы, ну, вот, как бы, ну, тебе тяжело. Ты как бы и не с нами здесь, и не с ними. И ты, как бы, получается, две команды, а ты, как бы, в третьей, ну, и между да. нами, и между ними, как бы, блин, тебе втыкают за то, что ты нас не давишь, как бы, а давить ты нас не хочешь. Мы просто изначально, бы, ну, вписались друг за друга, что вот, типа, да. И слышали, как у вас там распри постоянные. Просто мы такие, блядь, чтоб не было, мы все, четверкой, все. Все, нет, ты красавчик. Давай. Вы тоже. Да. Молодец. Спасибо, парни. В туалет, когда он идет, возвращается. Просто если, блядь, если будет большой Рома, нахуй, мы его троем тут заебем сломать, он будет орать, блядь, как бы терпевший еще. Спать, в час или в два пойдет спать. Он точно не будет журить в 5 ночи. Ну, посмотрим, вот туда еще момент, то по-любому, нахуй. Ну ладно, вы все прекрасно продумали, здесь-то мы сделаем это. Банально, блин, затаскиваешь, мы его здесь подхватываем и сами выходим. Это вопрос другой. Когда мы выйдем? Куда дальше? Чё ты будешь стоять ждать? Ну там смотри, там дома, в принципе, в сторону домов, блядь, как-то пробираться. Хуй его знает, что там находится. Не, подожди, мы можем съебаться и зашкериться, понимаешь? Суть в том, то, чтобы съебаться. Понимаешь, суть в том, то, чтобы съебаться. На нас звук все это остается.